Сухой закон для тех, кто младше 21 года, планируют ввести депутаты Госдумы. Парламентарии предлагают поднять возрастную планку продажи алкоголя с 18 до 21 года. Причем под полный запрет для тех, кто не достиг этого возраста, попадут не только крепкие спиртные напитки, но и слабоалкогольные. Подробности в обзорном материале программы. У российских школьников может появиться новый предмет. Обязать учащихся сдавать зачет по правилам дорожного движения для пешеходов предлагают общественники. Члены Общественной палаты России направили соответствующее письмо в Миноборнауки. Они предлагают посвятить этому направлению часть часов, выделенных для предмета ОБЖ. Особое внимание предполагается уделить изучению перехода дороги в разрешенных местах и поведению пешеходов в ночное время суток. По планам, оценка не будет идти в итоговый аттестат. По мнению общественников, введение новой дисциплины в школьную программу позволит подготовить будущих автомобилистов. Мат в интернете могут приравнять к ругани в общественном месте. Роскомнадзор и МВД придерживаются той позиции, что интернет является публичным пространством, где действуют все нормы права. В связи с этим чиновники планируют ввести штрафы за нецензурную брань в блоге, как за мелкое хулиганство. С начала действия закона о блогерах Роскомнадзор зарегистрировал более 500 человек. В списке самых частых нарушений – использование нецензурной лексики в блогах. Группа депутатов Госдумы и Совета Федерации предложила поднять возрастную планку продажи алкоголя до 21 года, распространив запрет как на крепкие напитки, так и на слабоалкогольные, такие как пиво и вино. Таким образом, парламентарии планируют привести российские стандарты реализации спиртного в соответствии с европейскими. Авторы законодательной инициативы предлагают дополнительные меры в отношении взрослых, которые позволяют своему ребенку употреблять алкоголь. А тех, кто неоднократно увлечен в продаже спиртного несовершеннолетним, планируют пожизненно лишать возможности ведения бизнеса.